Значит, почему книга называется «Русский интерес»? Здесь сразу три смысла. Во-первых, речь идет о взгляде на мир с точки зрения именно русского интереса, а не какого-то другого. Вторая вещь, если мы хотим знать нашу историю всерьез, то мы должны руководствоваться прежде всего нашим интересом. И есть еще один смысл слова «интерес». Она, как говорят, сыграем на интерес. То есть это достояние. Эта книга о нашем достоянии, о нашей истории, потому что Родина – это не только то, что сейчас, и уж тем более это не только не то, что кривляется, так сказать, в телевизоре. Это наши предки, это наши победы, это наше поражение, потому что за одного битого двух небитые дают. И это наше будущее, за которое нужно бороться. Отсюда название книги «Русский интерес». Она делится на три части. Первая часть посвящена моему учителю Владимиру Васильевичу Крылову, которого я считаю не потому, что он мой учитель, а он стал моим учителем, потому что это был такой человек. Так вот, это, на мой взгляд, один из тех мыслителей, которыми Россия будет отчитываться за вторую половину 20 века. Это человек, который почти ничего не опубликовал в советское время и умер в возрасте 55 лет, но за работами которого следила внимательно команда Бжезинского еще в 70-е годы. Вторая часть называется «Россия», и третья часть называется «Мир». Собственно, вот все об этой книге. Ну, здесь еще у нас лежит книга «Деконспирационная». В ноябре на следующей выставке на Non-Fiction, я надеюсь, мы представим следующую книгу, она уже в работе, которая называется, она будет также издана, она называется «De Enigmate» о тайне, и там много чего будет интересного, и у нас уже в работе третья книга, которая, наверное, выйдет по весне, называется «De Luptatio» о борьбе. Там будет много тоже всяких забавных вещей. Вот, ну и здесь еще несколько книг. Здесь и «Холодный восточный ветер», и «Вперед к победе». То есть выбирай на вкус. Собственно, вот все, что я хотел сказать. Если есть вопросы, я на них постараюсь ответить. Господин Целеблатанин, это пишут люди, которые войну прошли. И вот как нам к таким книгам относиться? Что мы должны знать о войне? Какая правда? Значит, к таким книгам относиться однозначно отрицательно. Я могу только догадываться, чем могли купить Астафьева в последние его годы жизни, и он резко изменил свою позицию. Но поскольку у меня прямых доказательств нет, а, сказать, по косвенным, мне, в общем, сказать, все понятно, книгам этим верить не надо. Война была совсем-совсем другая. Даже если вот, говорить о цифрах. Смотрите, значит, по поводу вот, соотношения, скажем, мирных потерь, сказать, это, как наши якобы вели себя в Германии. Значит, по статистике советских граждан, гражданских лиц во время войны погибло где-то 14,7 миллиона. Немцев 1,8 миллиона. Из них 700 тысяч погибли благодаря английским бомбардировкам, еще 300 тысяч – это немецкие концлагеря, и остается 700 тысяч. Ну, давайте сравним. 700 тысяч немецких гражданских и 14,7 миллиона советских гражданских. Поэтому, когда нам говорят о том, как советские солдаты себя вели в Германии, ну, наверное, война есть война. Наверное, кто-то мог вести себя и, сказать, по-разному. Но дело в том, что у советского солдата, советский солдат пришел в Германию и для того, чтобы уничтожать мирное население и стирать немцев пластиком истории, так как пришли сюда немцы. Поэтому те, кто приравнивает действия советской армии в Германии к действиям нацистов, вермахта в Советском Союзе, ну это просто враги и подонки.
Что касается, значит, Украины. Знаете, вот у нас серия издается «Игры мировых элит», которые мы будем презентовать в 3 часа. Дело в том, что у элит свои игры и свои договоренности. И для того, чтобы, значит, здесь давать полную оценку, нужна инсайдерская информация. Наше знание всегда носит неполный характер. Но если забыть об играх элит и о каких-то разных договоренностях, то здесь два момента. При том, что ополченцы сейчас со страшной силой гонят укронацистов на запад, силёнок у них сейчас взять Киев или даже взять Харьков и Днепропетровск нет. Значит, единственное, что они могут сделать, это отогнать подальше от Донецка, от Донбасса и от Луганска. Это понятно совершенно. Но мне, как вот гражданину Российской Федерации, как советскому офицеру, мне, конечно, очень жаль, что вот сейчас будет, если достигнут будет мирное соглашение, то хунта, военные преступники, не понесут наказания. Они безусловно, неважно, останется ли Новороссия в качестве автономии со своей армией на Украине, или это будет отдельное государство, но все равно остается та часть Украины, где прозомбированное население никогда, ну не никогда, а на ближайшие десятилетия не будет нашим другом. И Запад будет их накачивать со страшной силой и использовать в качестве плацдарма против России. Это просто подарок для НАТО, потому что они получили значительно более русофобский режим, чем, так сказать, Польша. И вот у нас была такая пресс-конференция, которую Делягин устраивал по поводу, возможен ли новый февральский переворот в России как реакция на украинский кризис. И я там процитировал одного эсэсовского офицера. Я сейчас цитату не воспроизведу, но она очень обидная для украинцев. Я первую часть не буду произносить, потому что, ну, украинцы все-таки это малороссы, то есть русские люди. А вот во второй части он пишет, что украинцы это лучший кандидат на борьбу с Красной Армией, потому что это тоже славяне, и их не жалко, вдобавок ко всему. Поэтому Крым и Новороссия – это два выигранных очка, в общем-то, проигранной партии за Украину. И партию эту проиграла наша олигархия еще в 90-е годы, ну и по инерции в нулевые, потому что она действовала. Это чисто классовый проигрыш, потому что олигархи пытались договориться со своими братьями по классу. А американцы, вроде бы тоже буржуины, они работали по всем социальным группам. В результате мы получили, даже в Киеве, где 90% говорит по-русски, мы получили абсолютно антирусскую, галичанскую интеллигенцию. И это тот фактор, с которым нам придется теперь существовать и решать эту проблему. Андрей Ильич, мне к вам такой вопрос. Насколько возможна духовная мобилизация, именно мобилизация нашего народа, в свете того, что происходило с ним последние 70 лет, учитывая те мутации, те изменения, которые были в его цивилизационно-культурном коде, мобилизация для того, чтобы не только как бы ответить на те текущие вызовы, которые есть сейчас и которые возможны в ближайшие годы, но и для того, чтобы успешно сохранить и развивать нашу цивилизацию. Но и учитывая те факторы, что та тяжелая цивилизационная болезнь, которая присутствует в нашем, вообще как бы, в нашей ментальности, я имею в виду нашу смердяковскую интеллигенцию, этот процесс идет уже не одно столетие. Вот как преодолеть эти факторы? Ну, все слышали вопрос, но это называется... Значит, вопрос, как возможна ли духовная консолидация нашего народа вот в этих кризисных условиях, и как нам преодолеть вот те кризисные явления, с которыми мы сталкиваемся. Но это называется вопрос сесть просто и, сесть и умереть. Вам, понимаете, какая штука? Я боюсь, что я не смогу ответить на ваш вопрос, как говорил конек-горбунок, аж на я пророк. Вот. Я могу только сказать, что я думаю по этому поводу. К сожалению, ну вот к сожалению, действительно, духовные мобилизации в нашей истории происходят тогда, когда страна оказывается в очень жесткой внутренней и внешней ситуации, в ситуации смуты, которая сопровождается вторжением хищников и чужих, и тогда происходит вот эта консолидация. Но не факт, что она произойдет совершенно автоматически. Есть несколько очень обнадеживающих вещей, которые все-таки меня делают таким умеренным оптимистом. Вот несмотря на то, что почти 20 лет
наши либероиды поливали грязью наше советское, наше русское прошлое. И казалось бы, в 90-е годы пришло поколение молодежи, которое скептически относится к нашему прошлому. Я вижу сейчас и в университетах, я вижу у себя в группе, где я преподаю, я вижу в университетах, где я преподаю, в группе ВКонтакте, я вижу совершенно другие настроения. Крымская ситуация, украинский кризис, безусловно, вызвал мощную волну патриотизма, но волна патриотизма должна обязательно, так сказать, подпитываться. Бросок должен сопровождаться болевым приемом. И при сохранении такой нестабильной экономической ситуации можно сказать, безусловно, ожидать и спада этой волны. Ну и для меня хороший признак, что некоторые деятели нашей так называемой либеральной оппозиции заговорили о том, что они готовы уехать из страны. Это означает, что они что-то почувствовали, что-то очень неприятное для них, а следовательно, автоматически приятное для нас. Ну еще раз повторяю, объединение, консолидация происходит в ситуации кризиса, когда дальше край, к сожалению. Но вот у меня другого ответа на ваш вопрос нет. Андрей Ильич Фурсов на стенде издательства «Концептуал». Здравствуйте, меня зовут Сергей, я в вашей группе нахожусь, слушаю все ваши лекции, с уважением к вам отношусь. И мой вопрос в следующем. Когда мы говорим о России, да, мы наблюдаем следующую картину, что в России у русского народа нет своей земли, у русского народа нет своей государственности, парламента, президента. То есть федеративный парламент, есть федеративный президент, и в Российской Федерации есть государство. Вот, только у русского народа нет своей государственности. Можете сказать четко свою мысль по этому поводу? И что, как вы видите выход из данной ситуации? Вы знаете, в одном из интервью, которое, кстати, опубликовано в «Холодном восточном ветре» под названием «Я советский офицер, сын советского офицера», мне задали вопрос, вот какие законы нужно, так сказать, по моему взгляду, необходимо принять сходу. Я там назвал 5 законов. Один из них – это закон о государствообразующем статусе русского народа. Это должно быть совершенно железно сделано. Вот. Я понимаю, почему в советское время, например, не было очень долго. Российская коммунистическая партия с лицом Полоскова появилась в 90-м году, если я не ошибаюсь. Понятно, что власть очень боялась, что если окажется у России своя столица, своя коммунистическая партия, то тут же все и развалится. В общем, кстати, так и произошло, ведь развал Советского Союза начал Ельцин на самом деле, вытащив Россию из Советского Союза и совершив, в общем-то, и антисоветский, и антирусский акт этим самым. Ну, я повторяю, мой ответ очень простой. Нужен закон о государствообразующем статусе русского народа. Дело в том, что даже по ООНовским классификациям мы часто очень говорим, что у нас многонациональное государство, многонациональная страна. Да, страна может быть многонациональной, а вот многонациональность или мононациональность государства определяется численностью доминирующего этноса. По ООНовской классификации считается, что государство является мононациональным, если там есть доминирующий этнос, численность 67% населения. Русских около 80% населения в России, столько же, сколько евреев в Израиле и ханьцев в Китае. Но ни израильтяне, ни китайцы почему-то не говорят, что у них многонациональное государство. Многонациональная страна – да, но мононациональное государство. Поэтому нужен закон о державообразующем государстве, образующем статусе русского народа. Хотя это только первый шаг. За ним последует много-много других шагов, как говорил Гэндальф, это цитата у Толкина из Шекспира. Если мы победим, если мы проиграем, мы пропали. Если мы победим, перед нами станет другая задача. Россия полиэтническая, но мононациональная страна. Друзья, запомните, пожалуйста. Андрей Ильич, здравствуйте. Вопрос будет такой. Вы упомянули пресс-конференцию с Делягиным, где тема выступления заключалась в том, что Путин очень похож на Николая II по тому признаку, что в его ближайшем политическом окружении достаточно сил, которые жаждут его свержения. Ну, значительная часть этих лиц нам хорошо известна, да?
А известны ли силы, которым объективно необходимо сохранение в России путинского режима и умножение могущества России? А также смежный вопрос. Известно, что, есть такая теория экономическая, что Россия и вообще мир стоят на развилке, на определенном развилке экономического развития, в том плане, что может образоваться немного макрорегионов экономических, а может образоваться много. Так вот, якобы в мировом управляющем классе есть силы, которые объективно заинтересованы, чтобы Россия собрала этот огромный, мощный макрорегион, который являлся бы на международной арене достаточно мощной экономической и политической силой. Так вот, можно ли назвать силы, которые объективно в мировом управляющем классе, которые заинтересованы в том, что Россия бы становилась могущественной, и есть ли такие силы внутри России? Ведь известно, что Сталин, например, смог договориться с Рокфеллерами в годы пятилетки, как вы сами говорите. Спасибо большое. Вы знаете, я думаю, что в мировом правящем классе нет групп, которые хотели бы, чтобы Россия в долгосрочном плане была могущественной и мощной страной. Думаю, что есть группы, которые готовы тактически использовать Россию против своих противников в этой игре. Какие это группы? Можно сказать, только догадываться, хотя... Вы знаете, настолько сложные игры бывают в мировой ситуации, что союзники и враги меняются местами очень быстро. Я не буду сейчас подробно говорить на эту тему, я как-нибудь просто лекцию сделаю на эту тему. Но если взять период с 45 по 55 год, окончание войны, образование ФРГ, свержение Масадыка в Иране, и да, убийство Берия и 20-й съезд КПСС. Вот эти 10 лет, за эти 10 лет советская номенклатура несколько раз меняла союзников, то выступая вместе со своим врагом, британцем Черчиллем против американцев, то выясняя, что, каковы планы черного интернационала нацистского 4-го рейха и играя. То есть здесь чисто калейдоскопическая вещь. И никакого долгосрочного такого, сказать, слоя в мировой верхушке, который хотел бы, чтобы Россия стала могущественной, абсолютно точно нет. Как пел Вертинский, мы для них чужие навсегда. Да нам и не нужно быть для них не чужими. Вот. Значит, что касается аналогии с Николаем II, дело в том, что вообще все исторические аналогии очень и очень шаткая вещь. Когда я говорил о Николае II, я имел в виду следующее. Николая II сдали абсолютно все. Он оказался, единственный, кто ему был уверен, это его собственная семья. У Путина все-таки ситуация получше, чем у Николая II. Вот. И Россия не в таком состоянии, в котором нынешняя, в котором была Россия в 17 году. Хотя, безусловно, либеральный клан, вздохнул бы очень легко, если вы сюда просто пришли, транснациональные корпорации. Если вы смотрели вот нашу пресс-конференцию, наверное, вы помните, что я там сказал о двух типах, которые существуют в российской власти. Это приказчики и контролеры. Приказчики – это те, кто готовы сдать страну транснациональным корпорациям. Они наивно полагают только, что их оставят в качестве приказчиков. В качестве приказчиков будут другие люди. Этих отдадут под суд, чтобы потешить толпу. А контролеры – это другая группа совершенно. Это те люди, у которых... Нет, в принципе, не было исходно, точнее, разногласий, по экономике с приказчиками, они выросли из одного корня, но логика положения самих контролеров в политэкономии страны и в политэкономии мировой такова, что они объективно вступают в конфликт с мировой олигархией, по крайней мере, с ее частью, и, соответственно, с приказчиками. А поскольку именно в этом конфликте нужно на кого-то опираться, они становятся в какой-то момент государственниками, что бы они ни думали, потому что это ведет логика, как говорил Сталин, есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств сильнее логики намерений. Кстати, сам Сталин в начале 20-х годов был, в общем-то, он не был против мировой революции. Сомнения у него появились в 23-м году, когда провалилась революция в Германии. И если вы почитаете, что Сталин писал про в 22-23 году про мировую революцию, это одно дело. А в 27-29 году он всем мир-революционерам сделал секир башка, не в прямом смысле этого слова, в прямом смысле это через 10 лет. То есть вот политика это вот такая штука. Я думаю, что нас в любом случае ждут очень-очень интересные события, потому что аховая ситуация, в которой оказались Штаты и Фергюсон, это, цветочки, ягодки будут впереди. И у Штатов
В общем-то, у них не так много времени, и ясно совершенно, что, по крайней мере, у тех кланов, которые стоят за Обамой, ну, их совершенно существующая ситуация в России не устраивает, они постараются решить этот вопрос, либо создав нам проблемы по периметру границ, скажем, там, Кавказ, Центральная Азия, чтобы создать экономические проблемы режиму. Ведь Гарри Каспаров, который человек небольшого ума, но тем не менее 10 марта в газете Wall Street, в общем-то, очень дурацкой статье, он написал одну вещь, которой стоит прислушаться. Он рекомендует Западу создавать такие проблемы российским олигархам, чтобы они захотели свергнуть Путина. Ясно совершенно, что Каспаров, поет, ну, не со своего голоса, понятно, о чем идет речь. Поэтому я думаю, что нас ждут здесь очень всякие интересные вещи, и здесь ни в коем случае нельзя попасть в ту ловушку, в которую мы уже попали во время перестройки, когда под крики о «долой КПСС», пусть живет КПСС на Чернобыльской АЭС, развалили страну. То же самое и сейчас. Нам будут говорить о коррумпированном режиме, который, так сказать, всех достал, но на самом-то деле будут иметь в виду разрушение России, а не путинского режима. Здравствуйте, Андрей Ильич. У меня вопрос по поводу Путина и по поводу Крыма. Да? В Америке буквально с полгода назад скончался известный довольно писатель Том Кленси, который получил образование в Джорджтаунском университете, иезуитов, да? И в 85 году выходит его первый роман «The Hunt for the Red October», то есть «Охота за красным октябрем», в котором он пишет, что главный герой, советский генерал литовского происхождения Марко Ремиус, сдает Красный Октябрь, то есть символ Советского Союза, с американцам, да? Если посмотреть на фамилию Ремиус, то Ремиус — это передать и US, United States. В 90-м году выходит фильм с Аликом Болдуином и Коннери. В фильме, правда, убивают Ивана Путина, подозрительно похожего на Владимира Путина, а в книге он становится президентом России. И второй вопрос. Буквально за 3 месяца до того, как мы взяли Крым, выходит его последняя книга, он умер, Command Authority, то есть у нас перевели как Верховная власть, или право Верховного выбирать, в которой Александр Немеров, российский президент, мечтает о возрождении Советской империи, вторгается в Эстонию, но его оттуда вытесняет НАТО, затем он вторгается на Украину, но в результате действий правого американского спецназа Россия забирает Крым. Как вы это прокомментируете? Ну, вы знаете, у меня нет к этому комментариев. В жизни бывают очень такие яркие иногда совпадения. Но то, о чем вы говорите, это над этим имеет смысл подумать, но у меня никак комментировать это я не могу. Это очень интересная параллель. Андрей Ильич, как вы считаете, какая форма государственного управления для России, Российской империи наиболее оптимальна? Ведь очевидно, что та форма правления, которая у нас последние там 20 лет, это форма колониального устройства. Вот какая форма для России будет наиболее универсальной, наиболее оптимальной? Я полагаю, что в России должна быть всегда сильная центральная власть. Неважно, как она будет называться, и неважно, как будет называться первое лицо, царь, генсек или президент. Я считаю, что, конечно, никакой парламентской республики у нас быть не должно. Партийные вещи, партийные формы, это тоже не для России. Я считаю, что президентская республика, если она только, так сказать, если она не находится под колониальным управлением, как это было в ельцинское время, это вариант совершенно, так сказать, оптимальный. То есть сильная власть. Назови хоть горшком, только в печку не суй. Но эта власть должна быть действительно сильной. И настолько, насколько это можно, она должна чувствовать себя уверенно в мире. Но я вам должен сказать, что после того, как возникла капиталистическая система, и после того, как во время Крымской войны Россия потерпела поражение и стала зависимой частью мировой системы, вот этот период с 1850-х годов, у нас было, в принципе, две стратегии. Одна стратегия – это Белая империя, такая сырьевая, от Александра II и до НЭПа включительно. Это зависимость, это такая западоидность. А второй вариант – это Красная империя, это сталинский вариант где-то до середины брежневского правления. Это мы создаем свою альтернативную мировую систему, свой макрорегион. Но вот, к сожалению, никаких других вариантов нет. И я полагаю, что то, что должно быть у нас, это вот некая альтернативная Западу мир-система или мировая система,
Но сейчас очень трудно прогнозировать, поскольку старая система, капиталистическая система ломается. Из нее по меньшей мере 3-4 разных выхода. Какой выход сработает, это будет зависеть от результатов борьбы заинтересованных групп. И, кстати, это еще одна из причин, почему так активно с конца 20 века Запад пытается решить русскую проблему. Потому что в битве за посткапиталистическое будущее это очень-очень серьезный, так сказать, противник. И не только из-за ядерного оружия, а из-за того, что это белые люди, христиане, но совершенно другие, чем западные. Вот, скажем, с китайцами понятно, с арабами понятно. Это другая культура. А это вроде та же культура, те же белые лица, а совершенно, так сказать, другой психотип и совершенно другой социотип. Вот. Такой фантастический вопрос, но если вдруг что-то произойдет с Путиным, то что ожидает Россия вообще в будущем? Не знаю. Значок это сова. И значок этот, я не ношу бессмысленных значков. Значит, сова это очень специфическое существо. Сова Минерва вылетает в сумерки, то есть мы начинаем постигать мир, когда он уходит. Сова, как вы знаете, это птица, которая может крутить головой во все стороны и видеть все вместе. Но самое главное, сова, благодаря устройству своих крыльев, это птица, которая абсолютно незаметно подлетает к жертве и уничтожает ее. Андрей Ильич, мне бы хотелось услышать ваши прогнозы, если они есть, по поводу нашей пятой и шестой колонны. Спасибо. Вы знаете, я думаю, что чем хуже будут отношения наши с Западом, а они похожи, так сказать, я не могу сказать, сейчас говорят, но новая холодная война, понимаете, холодная война это противостояние двух систем и двух идеологий. У нас, у нашей власти сейчас идеологических противоречий с Западом как бы нет. И это не очень хорошо, потому что на основе либеральной идеологии противостояние с Западом не выиграть. Потому что в основе всех физических побед лежат победы метафизические. Идеология нужна. Нам нужен закон об идеологии. Вот. Так вот, по мере ухудшения отношений с Западом, безусловно, пятая колонна будет чувствовать себя очень и очень неуверенно. Вы послушайте, каким истеричным стало эхо Москвы. Вы посмотрите, что говорят, как бесятся те люди. Вот сегодня какая-то, так сказать, одна из обозревателей прессы на эхе, по-моему, говорила с ужасом, что огромное количество телезрителей смотрит программу «Время» и новости канала «Россия-1». Я так подумал, и в страхе бежали разбитые буржуины. Вот. Так что в этом отношении, я думаю, ситуация будет меняться, но здесь очень многое зависит от нас, от того, как мы на это реагируем. Я все время говорю о политико-правовом подавлении пятой колонны, но оно должно быть и моральным. Эти люди должны быть нерукопожатными, нерукоподаваемыми. У нас должна быть очень четкая моральная позиция по отношению не только к пятой колонии, но и ко всяким глупостям. Наверное, кто-то из вас слышал о том, что у нас выпущены в провинции дневники с портретами Гитлера. Ну, это просто безобразие. В советское время, я думаю, ну, конечно, срок бы люди не получили, но было бы серьезным. И прокуратура, например, насколько мне известно, отказалась возбуждать дело, потому что сказала, что, ну, это, может, и не Гитлер изображен, а это человек в пиджаке, похожий на Гитлера. Вот. То есть здесь нужно занимать очень-очень четкую позицию, потому что человека определяет не только тот, кто его друг, но скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты. Нужно очень четко понимать, кто друзья, кто враги. Кстати, украинский кризис в этом отношении стал моментом истины. И все те люди, которые говорили гадости о нашей стране, но говорили, мы нашу страну-то любим, вот тут-то и выяснилось, что кто друг, а кто враг. А к врагу отношение очень простое. По законам военного времени и правилам поведения в прифронтовой полосе. Это пятая колонна, а шестая колонна? Шестая, то же самое. Здравствуйте, Андрей Ильич. Здравствуйте. Считаю вас одним из самых лучших экспертов в нашей стране в вопросах закулисных игр, работы мирового правительства, организации мировых орденских структур, существования глобальной корпоратократии. По вашему мнению, у меня тут три вопроса. Можно? Давайте. Скорее. Какова роль орденских структур в управлении ФРС, если они там присутствуют? Это первый вопрос. Второй вопрос. Какова доля в управлении ФРС масонской ложи?
И третий вопрос. Известно, что так называемое мировое правительство подготавливает приход мирового лидера. Если он явится, будет ли он являться основным владельцем ФРС? Вы знаете, на первые два вопроса, я думаю, вам смогла бы ответить только люди из личной разведки товарища Сталина. Что касается третьего вопроса, вы знаете, я вообще полагаю, что никакого мирового правительства нет. Если бы оно существовало, то мир был бы устроен по-другому. Мировое правительство – это мечта, так сказать, буржуинов. Но дело в том, что поскольку мировой глобальный класс не един, он делится на кланы, группы, существуют группы, существуют закрытые структуры, наднациональные структуры согласования и управления. Насчет того, что мировое правительство готовит мирового лидера, я очень сомневаюсь, они не договорятся.